Сегодня в Ульяновске состоялся консультативный совет по иностранным инвестициям. На полях делового форума собрались ведущие экономисты, бизнесмены, эксперты из России и стран зарубежья. Уже сегодня участники совета подписали ряд соглашений о возмещении в регионе новых производств. С подробностями Павел Игнатьев. Соглашение подписано. Благодарю вас. Уже в первый час работы совета в регион поступает многомиллионные инвестиции. Немецкая компания развернет здесь производство систем импульсного пожаротушения. Не последнюю роль сыграло нахождение здесь Ульяновского станкостроительного завода, который производит оборудование ДМГ «Море». На этом оборудовании мы уже много лет работаем в Германии и, соответственно, планируем использование этого оборудования здесь. Резиденты индустриальных парков, инвесторы и деловые партнеры отмечают здешний благоприятный инвестиционный климат. В таких условиях бизнес развивался и в условиях пандемии. Большая роль в этом, я бы сказал, это корпорация развития играет, потому что они, мы чувствуем их поддержку почти ежеминутно, так скажем. И даже несмотря на то, что события прошлого года отразились на каждой отрасли мировой экономики, планы российских компаний и их зарубежных партнеров остались неизменными. На полях форума вместе работают федеральные руководители и международные эксперты. Внешнеторговая палата Германии, ассоциация турецких производителей, американская торговая палата, то есть фактически все руководство иностранных деловых основных объединений, которые работают с Россией, они представлены здесь в качестве спикеров, в качестве участников, в качестве экспертов. Экономическая жизнь в так называемый постпандемийный период – главная тема ежегодного послания главы региона. Впервые за 9-летнюю историю обращения к инвесторам Сергей Морозов озвучил стратегические задачи на 3 ближайших года. Цель моего послания достаточно проста – вновь подтвердить приверженность нашей области высоким стандартам инвестиционной политики, готовность всей системы управления регионом создавать максимально, я это особо подчеркиваю, комфортные условия для бизнеса. Долгосрочный прогноз обусловлен задачами, стоящими перед регионом. Первоочередная – запустить новый инвестиционный цикл. У руководства области амбициозные планы – привлечь новых деловых партнеров и превратить регион в передовика российской экономики. Павел Игнатьев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.